приехали сегодня в магазин. Хочу вам небольшой обзор цен дать, чтобы вы посмотрели, что почем. Потому что, я думаю, многих интересуют цены, которые в немецких магазинах. Вот тот Philips магазин, там подешевле цены, а здесь немножко подороже. Постараемся там и там поснимать. Вот здесь что-то пиво. Много пива. Корона вот сколько стоит. Какие-то соки. Вот оранж стоит. Какой-то био, типа натуральный. Такие соки. Тоже литр. Чуть дешевле. Асти. Холодный чай. Вино. 5, 4 евро, 9. Чипсы. €39. Так, а посерьезнее где-нибудь бутылки найдем что-нибудь. А вот что знакомое. Это вот, не знаю даже как называется, потому что не пью такие вещи. Что-то еще знакомое. Мартини Росса, а вот Бианка стоит столько-то, 7 евро. Такое, что это такое, даже не знаю, виски. 17 евро. Джим Бим точно знаю, пацанам как-то привозил. Почти 14 евро. О, эта бутылка даже не стоит, а стоит картонка, что-то, наверное, не утащили. 18 евро. А, Джемисон там. 18 евро. Такса. Ну, тут, наверное, напитки натуральные, не паленые. Идем дальше. Так, что вам показать? Ну, вот мороженое стоит. Почти 4 евро, 4 евро. Есть 2 евро. Куча всего. Кренделя какие-то. Замороженные, что ли. Пиццы всякие. Цены 2
2 евро, 3. Рыба 8 евро. Такие штуки. Еда быстрого приготовления, что ли. Морские дела. Креветки. Ну, очень большой магазин. Макароны. Картошка готовая, похолодела, как пюре. Так, что тут еще показать? Горошек. А, это супы. Готовые супы. То есть просто разогреваешь. Это сосиски, как американские. 6 плюс 1. 7 штук, что ли? Такие сосиски. То есть такой разброс цен. Так, а почем огурцы? 79 центов, евроцентов. Тут, видите, очень много разных вещей. Вишня какая-то вроде. Может, не вишня? Короче, надо переводить или учить немецкий. Я не знаю, что приправа, не приправа. Что-то вообще копейки стоит. Спаржа какая-то. Маринованная, может быть. Кукуруза. Здесь, видите, цена дается, интересно, за килограмм. А это сколько банка стоит? 425 миллилитров. И они вечно хорошо пишут объемы. То есть не как у нас... Не видно ничего, все четко видно. Ну, кукуруза, маленькие баночки. Еще какая-то зелень маленькая. Морковка готовая. А это макаронные изделия. Мелкие макарошки. Что такие есть. Ну, вообще выбор большой. Тортеллини какие-то. Спагетти разным цветом. А это паста. Большие банки, 99 центов. Пойдем дальше, посмотрим. Киндер-сюрприз. Смотрите, какой здоровый. 8 евро. О, мясо.
Солями стоит столько. Тут тоже какая-то непонятная колбаса белая. Стоит столько. Выбор, конечно, бешеный, даже не знаю, что показывать. Если у вас есть какие-то пожелания, то вы пишите в комментариях. И я вам тогда конкретно расскажу про каждый продукт, переведу. Вот всякий сыр, цены на него. Тоже белый, экологически чистый. В этом магазине я первый раз. Я думаю, скоро привыкну. Потом там йогурты так стоят. Всякие. Тесто. Еще йогурты по 65. А где молоко? Молоко где? Видишь, да? А что такое био? Хорошо живут. А. Там, ну, там ничего не дают. Хорошая трава, да? А это нормальная там. Что? А это? Это подешевле, да? Жирность 1.5%, 0.62 евро. Протеин какой-то там есть для спортсменов. Актимельки вон, 800 грамм, почти 3 евро. Орехи. Сколько стоит? Вот такая-то история. О, мука. Скорее всего, мука. Вот такая мука, цена на муку. Есть такая. Есть такая цена на муку. Но я думаю, что здесь качество, в принципе, очень хорошее. Соль тоже тут разная. И цены разные. Заменители сахара наверняка где-то есть. А вот сахар. Цена на сахар. Ну и всякого здесь кофе хватает. Зерна. Интересно, а капсулы здесь есть? Вот, подошли к полке с чаем. Всякий чай. Так, надо еще овощи поснимать. Овощи, фрукты. Вот, вот. Булки био всякие. По такой цене. Обычные булки. Батоны. Вот хлеб. Такой прикольный, конечно. Это как Dunkin' Donuts. Пончики внутри, там повидло всякое.
апельсины, оранж, оранжевый. О, яйца, которые любят наши русские покупать. 6 штук. Почти 2 евро. Продают также цветные уже, видите. За 3 евро. Вот здесь да, десятка, да? Стоит 3 евро. Капуста. 3 евро. Морковка. Перец, видите, био 9 евро. А, это чили стоит 2 евро. Вот перец дорогой, потому что био считается. А не био. Вот, видите, сразу какая цена маленькая. А, био такой же. Вот. Огурцы по 0,99, по 0,77, по евро 2. Вот он гибот, специальное предложение. Помидоры на ветке 3,77 евро. Есть же такие помидоры. Есть такие. Рукава, которую недавно полюбил русский народ. Био. А вот грибы всякие. Шампиньоны. Розмарин. Укроп, петруха. Картошка. Почем, интересно, картофан? Цены не вижу. Гюмюсен, вибель, лук. Такой красный. Биолук столько стоит. Или такой в сетке. Большой. А, вот картошка. 2 евро за 2 килограмма. Тут всякая тоже. Био картошка. Вот 1,5 килограмма, 3 евро. Капуста био. 2 евро. Клубника 2. Виноград тоже специальное предложение по 2,50. Всякий виноград. Дыни по 2. По 3, по 2. Манго 2 евро за штуку. Ну и яблоки начинают от евро 79, подороже пошли, а био заканчивается аж почти 3 евро. Ну и груши также в среднем, био 4, а эти подешевле немного. Это морковный сок био, это обычный сок, которые дети любят пить. А какие-то бальзамические уксусы, что ли? Так, масла для готовки. Да. Есть такое масло. Витаминное. Подешевле есть там. Есть такое. 2 литра.
Ну что, идем на кассу. Вроде как все купили. Небольшой обзор цен я вам сказал. Еще посмотрим журнальчик, что у них тут со скидками. Киви, био, порошки вон. Яйца. Так, ну думаю, практически все поснимали. Тюльпаны вон. 2 евро, 10 штук. Цены вообще дешевле, чем в России. Мясо по акции. Минус 25%, минус 23%. Био. Вообще. Для немцев это вообще копейки. Видите, да, все очень дешево. Сосиски, колбаса, сыр. Рыба. Все, готовы? Хлеб. Ну и так дальше. Ну, мороженое есть. Können Sie mitnehmen? Können Sie mitnehmen? Сказали, можно взять. Мне это не интересно, с собой бумагу собирать. Ну все, ладно, пошли дальше. Возьмешь, да? Ну, бери. Так, где выход? Здесь хлеб еще продают. Всякие. Что, братан уже ушел? Дешевый магазин пойдем? Да. Philips. Philips, да, называется? И все, у нас тоже так.